Здравствуйте. Сегодня мы у нас с вами очередная встреча на тему «Привычка. Вторая натура». И мы сегодня будем говорить о том, что, в принципе, наши привычки, они создаются из двух составляющих. Это наш выбор и действие. Да? Выбор вместе с действием. Постоянный выбор и постоянное действие, они приводят к привычке. Например, допустим, по каким-то причинам человеку нравится там каждое утро пить кофе, да, он, соответственно, выбирает, ему это нравится, он постоянно это действует, это становится привычкой, и человек утром уже просыпается, ему уже начинает не хватать кофе. И у человека могут быть хорошие и нехорошие привычки. Вот, но по сути дела, почему сказано, что привычка вторая натура? Потому что то, к чему человек привыкает, становится неотъемлемой частью его жизни, по сути дела, его природы. Да? Вот, и мы сегодня поговорим о том, а как менять наши негативные привычки, как пытаться создавать позитивные привычки, на что стоит обращать внимание, чему стоит уделять больше времени. В общем, поговорим на эту тему. В принципе, все люди рождаются в одинаковых условиях, да? Все голые, лысые, глупые, не понимающие, как бы, что вокруг происходит. То есть в равных условиях все находятся. И потом человек, значит, по мере своего развития начинает больше или меньше задумываться о своей жизни. Это зависит и от души человека, с какой душой он пришел, зависит от окружающего мира, то есть воспитание родителей, какие-то жизненные установки от воспитателей, учителей и так далее, от каких-то других авторитарных источников. Допустим, если человек занимается спортом, то, разумеется, тренер может сыграть большую роль в становлении личности человека, потому что спорт вообще он организует, он собирает человека, концентрирует на возможностях. То есть спорт помогает, как бы это не секрет, спорт помогает больше уделять внимание каким-то своим сильным качествам, позволяет также изменять слабости, то есть тренироваться, чтобы изменить свои слабости. И часто бывает, что человек живет и говорит, я потом, я вот сейчас еще рано, какие-то принимают решения, что-то от себя требовать. И ему уже 30, уже 40, и 50, и 60, и вдруг человек оглядывается назад и понимает, что, как бы, видимо, что-то он упустил в своей жизни. Например, там человек хочет заняться правильным питанием, чтобы нормализовать свой вес, или человек хочет развитие какие-то новые навыки, ходит там на тренинги, к коучам, к психологам, пытается какой-то новый образ жизни начать. Ну и это обычно очень часто у большинства людей, где-то у 90%, даже больше людей, все заканчивается тем, что ну, какое-то время человек держится в новом каком-то образе жизни, а потом все возвращается на круги своя. А бывает даже такое, что люди просто очень много говорят о том, что вот я бы хотел там что-то изменить, и дальше разговоров тоже ничего не уходит. Теперь, почему это чаще всего происходит? Потому что сегодня такая ситуация, что люди очень хотят быстрых результатов, то, что называется, быстрых удовлетворений и удовольствий. То есть вот дай мне здесь и сейчас. Все происходит потому, что
ну, может быть, вот там в более старших поколениях было сложнее получать какие-то удовольствия, их нужно было зарабатывать. Там я слышал такую историю о том, что люди, которые приехали там, в 20-30-е годы в Палестину, будущий Израиль, и строили какие-то жилые поселения, и очень тяжело работали, физически работали. И вот одна женщина рассказывает, что вот она работала на стройке, там делала посильную работу, очень уставала, и расплачивались с ними, ну, давали зарплату, и под конец недели еще давали там большую такую чашку воды, в которой было немножко сиропа, то есть он был чуть-чуть так окрашен, там не то чтобы так сильно чувствовалась сладость, но вот давали такое вот еще поощрение дополнительное людям под конец недели, потому что была нищета, бедность. И вот она рассказывала, как она бережно несла эту кружку домой, чтобы разделить там и родителям дать немножко, и братьям, и сестрам кружку воды с сиропом, которую она говорит, сегодня я понимаю, что он даже не такой сладкий был, он был больше подкрашенный, какой-то запах от него был, этого сиропа. И она рассказывала, как все там ее младшие братья, она была старше, как они все ждали этот сироп, и как все вот смаковали. Говорит, сегодня, когда там 300 видов сиропов в магазине продается, дети кривят носом, что это не тот вкус, не тот цвет, не тот, там еще что-то, не та фирма. Вот, потому что все очень легко достается. Известно, что богатые люди, состоятельные люди, которые им хотелось дать своим детям как можно лучшую жизнь, лучшее детство, они ни в чем не отказывали, то эти дети вырастали несчастными людьми, потому что они не приучались к тому, что нужно чего-то достигать. То есть все дается с легкостью. В противоположность этому я знаком с некоторыми людьми, которые очень-очень состоятельные, очень богатые. Но при этом они очень скромно живут, не потому что они жадные, а потому что они говорят, что если дети даже не знают о том, какие финансовые возможности есть у их родителей, для того, чтобы это не испортило ребенка и не отбило ему естественное желание как бы продвигаться в жизни, чего-то добиваться в жизни. Теперь, если человек привыкает к тому, что он получает сиюминутные, быстрые вот удовольствия, вот сейчас хочу, сейчас получил, то это приводит к тому, что у человека атрофируется терпение и развивается разочарование. Почему? Потому что если я привык сразу получать, и тут что-то я не получил, потому что нужно, либо я не могу этого получить, либо мне нужно приложить какие-то старания и потерпеть, когда будет результат, и добиться этого результата постоянными какими-то приложениями усилий, допустим, будь то достижение в учебе, в спорте, приобретение каких-то других навыков, неважно чего. Если у человека нет терпения, то у него ничего не получится, и он быстро бросает, и постепенно взрослый или ребенок понимает, что, наверное, я какой-то не такой, я неудачник, да, и вследствие этого следует разочарование. Поэтому, вот, может быть, это уже начало нашего разговора о том, о воспитании детей, да, что очень важно ребенка приучать к порядку, распорядку, к умению подчиняться как бы вышестоящим. То есть каким-то социальным навыкам, которые помогут ребенку, да и взрослому тоже, налаживать отношения в жизни, отношения и продвигаться таким образом в жизни. Потому что... Дисциплинированность? Мишмат, как сказать, дисциплинированность, дисциплина, да. Дисциплина. Вот.
Мой учитель Раф Свирский мне когда-то сказал, когда я его спрашивал там лет 20 назад по поводу воспитания детей, он мне сказал фразу, которую я уже помню вот много лет и старался как бы придерживаться этого подхода в воспитании своих детей. Мне сказал, что нужно научить, в принципе, ребенка двум вещам. Первое – это нормальная здоровая самооценка, то есть чтобы он не был гордецом и не был каким-то несчастным таким, ощущал себя абсолютно провальным человеком, чтобы была нормальная самооценка, что он знал, что он достоин любви, что он хороший, что ему полагается преуспевать в жизни. А второй момент – это умение контактировать с другими людьми. И если задумать, то несложно понять, что если у человека нормальная самооценка, и он хорошо умеет контактировать с другими людьми, у него умеет строить хорошие отношения, то он достигнет очень многого, потому что то, что он не знает сам, ему с удовольствием помогут сделать другие, потому что человек, который позитивный, контактный, с ним люди с удовольствием с ним контактируют и всегда рады ему помочь. Вот. Так вот, вот эта дисциплинированность, это очень важно. И вот такой пример хочу привести, я слышал от Рауфа Ангера, что самолет при взлете, там, если ему предстоит там несколькочасовой полет, да, при взлете, если он отклоняется на один градус, ну, это очень мало, это даже сложно заметить. То есть, ну, это совсем чуть-чуть. Вот возьмите там транспортир и посмотрите, там вот обычно 180 градусов, полуокружность, да, один градус, ну, это вот капелюшечка, миллиметрик один. Так вот, если при взлете самолет от курса отклоняется на один градус, и летчик его как бы не выставляет обратно, ну, самолет имеется в виду, в нужном направлении, то по окончании маршрута, то есть вот летчик знает, что ему там нужно, я не знаю, пролететь, ну, допустим, там 2000 километров. И он полетел изначально на один градус немножко в сторону, то по прилете понятно, да, что вот идет такое расширение, отклонение полета от назначенного маршрута, то через 2000 километров он отлетит в сторону на 2 километра. Представляете? О, простите, на 200 километров. То есть 1 градус отклонения, результат в конце на 200 километров уведет его в сторону. То есть ему нужно будет еще возвращаться к той точке, к которой он стремился попасть. Всего на 1 градус отклонения. Разумеется, этот пример можно перенести на нашу жизнь, да, на воспитание детей, что и воспитание себя, что изначально нужно ставить себе правильные цели и правильно к этим целям идти. Еще один пример приведу вам, что был такой случай, что работники одной железнодорожной компании собрались, которая как бы американская железнодорожная компания, которая по всем Соединенным Штатам работает. И вот их собрали на какой-то конгресс, отдых там одновременно. И стоит куча народу, там тысячи работников в этой компании. И вдруг подъезжает шикарная машина. Все понимают, что это президент компании подъехал. И вдруг открывается окно, и президент оттуда кричит: «Джонни! Джонни, это ты!» И кто-то из толпы: «Да, да, это я!» Он говорит: «Ну, садись в машину, сколько лет не виделись, поговорим». Значит, этот человек из толпы зашел в машину, поговорили, он опять вышел, всех ему подходит, говорит: «Ты знаешь, что это хозяин компании, по сути дела?» Он говорит: «Ну, конечно, знаю, мы с ним 25 лет назад вместе начинали, мы были очень близкие друзья и до сих пор, в принципе, как бы иногда созваниваемся».
Ну, он говорит, а ты знаешь, что он президент компании? Он говорит, ну, конечно, знаю. Он говорит, а как так получилось, что вы вместе начинали, вы близкие друзья, он президент компании, а ты простой рабочий нашей компании? Он объяснил, он говорит, вы знаете, мы когда с ним вместе начинали 25 лет назад, мне самое главное было получать свои $3,5 в час зарплату. А он пришел в эту компанию и сказал, я очень хочу быть президентом этой компании, я буду добиваться этого. То есть два человека, которые начинали как бы на одних и тех же условиях, результат с годами абсолютно разный. Да? Один стал президентом компании, другой так остается простым работником. То есть, когда человек говорит, что вот я буду чем-то заниматься, я не имею в виду какие-то вот развлечения там или хобби. Да? Допустим, человек скажет, я хочу заниматься спортом, но я не хочу быть профессиональным спортсменом, я хочу просто для здоровья. Это понятно, это твое хобби. Пожалуйста, делай, что хочешь. Но в профессиональном плане, когда человек говорит, и не надо много, вот мне бы там достичь вот чего-то и получать свою вот там какую-то зарплату, и мне достаточно. В принципе, это тоже легитимно, но этот человек, он, конечно, не достигнет многого. Обычно, я знаю из спорта, там, из легкой атлетики, мне когда-то объясняли, что для того, чтобы добиться какого-то результата в беге, ты должен стремиться к еще большему результату. И на тренировках ты должен еще лучшие результаты показывать, чем то, что, то, чего ты хочешь достичь на соревнованиях. Потому что на соревнованиях в состоянии стресса всегда человек как бы показывает хуже результат, чем там, спокойно во время обычной тренировки, когда он не чувствует давления вокруг себя. Вот. Поэтому как бы если человек что-то хочет достичь, он должен ставить себе планку даже повыше, чем он на самом деле хочет достичь, и действительно стремиться к тому, что повыше, потому что сам себя не обманешь. Вот. И вот эта вот правильность, изначальная правильность в нашем выборе, в поставленной цели, она, безусловно, очень важна. Но и как бы вопросы, которые мы себе задаем, они тоже должны быть очень сконцентрированы, да, чего я хочу в жизни и на что я готов идти, на какие часто жертвы, да, ну, жертвы в хорошем смысле, то есть требовать от себя, может быть, лишать себя каких-то там удовольствие ради того, чтобы добиться своей цели. Там все знают, что спортсмены, допустим, они соблюдают режим, они соблюдают диету, там, ну, балерины, известный факт, насколько им там важна диета, чтобы сохранять вес и так далее, и тому подобное. То есть каждый человек в своей области, ему нужно прикладывать какие-то усилия и жертвовать какими-то часто удовольствием, может быть, свободным временем, может быть, еще чем-то, ради того, чтобы достичь своей цели. И есть такой анекдот, как учитель спрашивает ученика там, второго класса, он говорит, вот что вот сегодня есть в мире, чего не было 10 лет назад, да, подразумевая, что развились технологии. Ученик второго класса встает и говорит, 10 лет назад в мире не было меня, да, то есть его. То есть нормальный ребенок с нормальной самооценкой говорит, ну как, чего в мире не хватало 10 лет назад? Вот если мне 8 лет, значит, не было меня. Теперь есть такое место в Торе, в котором говорится о том, что, вернее, уже не в Торе, а в в
более поздних книгах говорится о том, что был такой мудрец, это говорится в Талмуде Вавилонском, был такой мудрец, один из величайших мудрецов, Раби Акива. Вот, и у него было 24 тысячи учеников, то есть это были не просто вот его последователи, это каждый из них был огромного просто уровня мудрец, тоже каждый из этих 24 тысяч. И вот сейчас у нас идет такой период в году, когда мы отсчитываем так называемые дни Омера. Не буду вас как бы запутывать и подробностями, но это отсчет от еврейского праздника Пейсах до 50 дней отсчитывается до праздника Шавуот, праздник дарования Торы. Так на 33-й день этого отсчета у нас будет праздник, вот буквально через пару дней. Это 33-й день отсчета Омера. Сказано, что вот в этот день прекратилась эпидемия, от которой умерли все эти 24 тысячи человек, 24 тысячи мудрецов, учеников. Задается вопрос, а почему они умерли? Наши мудрецы отвечают, потому что они неуважительно относились друг к другу. Задается вопрос, это мудрецы, уровня которых нам не то что приблизиться, нам сегодня даже приблизиться в осознавании величия каждого из них просто невозможно. Мы не того уровня поколения. Спрашивается, все 24 тысячи не уважали друг друга? Как это такое может быть? И ответ следующий, что они чувствовали себя единым целым, как бы одной души, да? Как части одного целого. И точно так же, как там, допустим, рука, правая, левая рука не может уважать правую руку за то, что она там более активная, чем левая, да, также они чувствовали, что мы все одно единое целое. И что же они упустили на своем уровне? Дело в том, что каждый человек, в нем есть что-то уникальное, чего нет в других людях. И, разумеется, цель человека – раскрыть, понять, что же в нем такое уникальное, и стараться заниматься вот именно чем-то, что связано вот с его уникальностью, то есть раскрывать свой талант. В каждом человеке есть талант. Кстати, это, опять же, одна из функций родителей – понять, в чем ребенок талантлив, и стараться его направлять и помогать ему именно развивать его таланты, а не занимать его всем подряд, чтобы удовлетворить свои какие-то комплексы неполноценности. Не про нас с вами будет сказано. Так вот эти вот мудрецы, они настолько чувствовали себя единым целым, что они не придавали значения уникальности каждого из них. И это был настолько серьезный проступок этих мудрецов в глазах Творца, что он их просто всех умертвил. То есть понимаете, насколько важно нам обращать внимание на сильные качества друг друга и не то, что поощрять эти качества, а подчеркивать их друг друге. То есть говорить, там, особенно близкие люди, там, своим детям, говорить, ты такой хороший, ой, какой ты молодец, как ты быстро пробежал, какой ты ловкий, как ты забрался, как ты красиво нарисовал, как ты... какой ты молодец, что ты вот посочувствовал там другому ребенку, который плачет, и постарался его как-то успокоить, чем-то с ним поделился. Кстати, вот был такой случай в нашей синагоге, когда в субботу перед свадьбой жених поднимается к Торе, то есть его вызывают на чтение Торы, каждую субботу читают Торы, и вот жениха перед его свадьбой вызывают к Торе, в субботу, которая предшествует. И после этого бросают, после того, что вот прочитают отрывок Торы,
на жениха бросают со всех сторон все молящиеся, все присутствующие, бросают в него конфеты, чтобы вот его жизнь была сладкой. Вот. А дети, разумеется, уже заранее зная об этом обычае, устраиваются там вокруг, сидят на полу, чтобы быстро собирать эти конфеты, и потом, значит, хвастаются друг перед другом, кто больше собрал конфет. И как раз вот сын Давидов, всем вам известного, нашего дорогого, его сын, он, значит, собрал, я видел, как он собрал все конфеты там, которые успел собрать, и вдруг видит, что маленький мальчик, который на несколько лет младше его, стоит, плачет, потому что его там дети постарше отпихнули, оттолкнули, и он не успел собрать конфеты. Он вот так вот держит, сын Давида держит вот так все конфеты в руках, да, и видит, что этот плачет, и вот так вот ему протягивает и улыбается, и тот просто был от счастья, маленький ребенок на седьмом небе, что вот ему предложили столько конфет, и я, разумеется, похвалил такого доброго мальчика и при нем рассказал папе, какой он замечательный, какой он добрый. Вот такая искренность просто вот от ребенка такого ожидать, что он так вот с легкостью отдаст свои конфеты, что для ребенка, может быть, является часто самым дорогим, что у него есть в жизни. Это было очень трогательно и очень поучительно. Я там всем детям вокруг сказал, я говорю, вот видите, он стоит, плачет, никто не предложил, а этот сзади подошел, он стоял за всеми детьми сзади, сын Давида, и увидел, что тот плачет, так плечами всех растолкал, подошел и, улыбаясь, ему протянул все свои конфеты. Вот, то есть это был очень воспитательный такой момент. Так вот, в ребенке всегда нужно, как бы, родитель должен не упустить момент, чтобы за что-то его похвалить и подчеркнуть его сильные качества. И это, разумеется, сдает в ребенке уверенность в себе, что я хороший, мама с папой меня хвалят. Учителя должны хвалить, ни в коем случае не оскорблять, не унижать, не приклеивать какие-то прозвища обидные. То есть только хорошее подчеркивать в ребенке, и тогда ему не захочется ассоциироваться и вести себя в соответствии со своими какими-то слабостями или недостатками. То есть каждый из нас должен чувствовать, что он особенный и уникальный, но опять же не с точки зрения гордыни, вот я весь такой из себя важный, а вы никто, да? Должен понимать, что это подарок свыше, то есть ты же ничего для этого не сделал, чтобы у тебя был этот талант, ты его должен развивать, ты должен над ним работать, но как бы ты ничего такого не сделал для того, чтобы родиться с этим талантом, поэтому у тебя нет причин гордиться, это милосердие Творца, что тебе это дали, и ребенку это тоже нужно объяснять, и взрослому нужно это объяснять. Вот. То есть, чтобы не было звездной болезни у человека, не дай бог. Но при этом человек должен осознавать свою значимость, уникальность. Это обязательно. Теперь, если так не сложилось в жизни, да, человек может сказать, ну вот хорошо, если так вот родители знают, как нужно воспитывать детей, а мои родители не знали. Вот я слышал как-то, как один очень преуспевающий американский бизнесмен, он рассказывал о своей жизни. Он говорил, что вы думаете, что вот как бы я такой наследный принц, что мне там мои богатства и мое положение, моя компания достались по наследству. Говорит, нет, я все создавал с нуля, и вообще он рассказывал о себе, что он как бы он родился в семье, где, когда ему было 1.5 года, мать просто оставила их с отцом и куда-то исчезла из жизни. И этого, по сути дела, еще малюсенького грудного, можно сказать, мальчика воспитывал отец. Теперь отец отцу рознь, есть разные отцы, как и разные матери. Вот, а отец этого человека, он по профессии и по призванию был тренером американских футболистов, американского футбола. Да? Американский футбол – это не тот, который
мы с вами с детства гоняли мяч, а это такой силовой вид спорта, там они толкаются, пихаются, дерутся. То есть очень жесткий вид спорта. И отец, не делая различий между своими подопечными спортсменами и своим маленьким ребенком, он очень жестко так его воспитывал в такой форме, что, например, своим футболистам, когда те говорили, ой, я не могу, я там, меня стукнули, или там, видимо, получил какую-то травму, поменяй меня во время игры. Так у него была такая присказка у этого отца, у тренера, да, что пока я не увижу открытого перелома, то есть торчащей кости, не дай бог, то я никого не меняю с поля, я не меняю игрока. Теперь это может показаться очень жестоким. Но на деле, как бы, для этих спортсменов, которые, как бы, их спорт, он в том, что там они постоянно бьются и толкаются, и очень легко могут нанести травму и получить травму. Они все в щитках для этого и в касках в таких мощных. Но все равно не без травм. Там очень травматичный вид спорта. И, как бы, нужно терпеть это также и там, допустим, в боевых искусствах, там, в боксе, если там от каждого попадания противника человек будет там уходить в сторону плакать, то ему нечего заниматься боксом, да, то есть нужно уметь терпеть. Так вот, этот отец, тренер по американскому футболу, своего сына подобным образом воспитывал, то есть, как бы, этот бизнесмен говорит, я был лишен удовольствия любого ребенка, который там в детстве может остаться дома, потому что у него температура поднялась немножко, да, он остается дома, какой класс, я дома, там, меня балуют, меня жалеют, проявляют ко мне много внимания. Он говорит, у меня такого не было. Отец опять же говорил, что если нету открытого перелома, иди в школу. Вот. И этот бизнесмен говорит, что вот такое поведение отца, можно сказать, что вот он меня просто перемалывал в труху своим отношением, своим воспитанием. Но когда я подрос, я понял, что нет худа без добра. То есть он меня настолько приучил выживать в разных условиях и справляться с разными трудностями, что благодаря этому я смог добиться тех результатов в бизнесе, которых добился. И, например, то же самое, там, я знаю, что в чем бы то ни было, если человек что-то хочет добиться, ему нужно помогать держать его в очень таких жестких рамках, потому что, опять же, дисциплина, организованность, целеустремленность. И я помню, как-то я читал про Никола Паганини, выдающегося скрипача. Его отец тоже был скрипачом, и он быстро понял, насколько его сын талантлив, и он просто его в неимоверных условиях воспитывал и требовал от него постоянных занятий. До такой степени, что мальчик просто возненавидел отца, но когда он стал, как бы, выдающимся скрипачом мирового уровня, можно сказать, лучшим скрипачом своего времени, то он сказал, что без того, что отец настолько как бы жестко к нему относился, вряд ли бы он достиг своего уровня даже со своим талантом. И известный факт, что, как бы, успех человека в чем-то – это 10% таланта и 90% усидчивости и целеустремленности. Поэтому любые трудности, они не только приносят какую-то боль и неудобство, но они также являются таким трамплином для новых достижений в жизни. И, по сути дела, что вот то, о чем мы сегодня начинали говорить, что сегодня много людей, которые ничего не достигают и только говорят, что они хотят,
именно из-за того, что они не умеют преодолевать трудности. И я думаю, что это одна из первопричин того, что неумение преодолевать трудности и сложности – это одна из причин того, что сегодня такое количество разводов. Вот. Именно из-за того, что люди не понимают, что нужно что-то перетерпеть, что-то вот как-то превозмочь себя и продолжать дальше, и тогда достигать, удостаиваться какого-то счастья и пожинать плоды, сладкие плоды своих усилий. Теперь, как мы говорили, что наша жизнь, наша реальность, она состоит из выбора, к которому присоединяется действие. Вот. И мы сейчас с вами поговорим о выборе. Каждый день в нашей жизни мы постоянно, много раз в течение дня мы должны делать выбор. И никто никогда не может решить, что вот, вот сегодня я не буду делать выбор, а завтра я уже начну делать выбор. Потому что для того, чтобы решать какие-то ситуации, находить решение каких-то ситуаций в нашей жизни, нам постоянно нужно делать выбор. И эти ситуации, они приходят вдруг. Ты очень часто не можешь их предвидеть, эти ситуации. И как бы с духовной точки зрения, с божественной точки зрения, Творец дает нам эти ситуации, чтобы мы совершенствовались и исправляли какие-то наши недостатки, какие-то слабости. Таким образом, становясь все более и более совершенными. Теперь и большинство наших проблем, особенно связанных, скажем так, являющихся результатом каких-то действий или бездействий в течение времени, да, они потом перерастают, эти проблемы, в серьезные проблемы. Опять же, если человек там не занимается своим здоровьем, пренебрегает там здоровым образом жизни, то вроде бы вот сейчас вот он говорит, я знаю, что там мне сладкое там не полезно или мучное, да? Но вот это же такое вкусное пирожное, ну что, вот это одно пирожное, я сейчас съем, что-то случится? Нет, одно пирожное ничего не сделает. Или человек говорит, вот мне сейчас нужно успокоиться, я закурю, что одна сигарета мне что-то сделает? Нет, ничего не сделает. Но, как говорится, капля по капле камень долбит, да, что вот если человек еще там себе разрешил, еще себе уступил, то в течение лет этот негативный эффект, он скапливается, из капель как бы состоит океан, да, и человек просто тонет в своих проблемах. Так вот, есть две формулы, которые, на мой взгляд, очень важные. Их нужно осознать и, может быть, даже вот как бы написать себе на видном месте и постоянно на них обращать внимание. Первая формула говорит о том, что быстро достигаемое удовольствие, оно может привести в будущем к длительно текущим проблемам. Да? То есть, вот если человек не умеет себе поставить границы и сказать, нет, мне это нельзя, я это сейчас делать не буду. Помните, как в прошлый раз мы говорили, что если человек, если про эксперимент, который ставили, что в одной группе детей говорили, что ты сейчас не будешь есть конфеты, да, а другой говорит, что ты не будешь просто, тебе нельзя никогда, вот тебе нельзя конфеты. Да, что человеку, которому поставили более четкие границы, то там успех в том, что вот дети действительно не взяли конфеты, был намного процентов больше, чем когда ребенку поставили такие размытые границы. Поэтому, если человек падок на вот такие мелкие слабости,
да, то это может привести в будущем к серьезным проблемам. Это касается абсолютно любого удовольствия, которое человек хочет получить. Например, ребенок или взрослый не умеет себе поставить рамки и сказать, я не могу сейчас развлекаться, там, играть на компьютере или смотреть фильм, или идти там, развлекаться со своими друзьями, потому что мне нужно готовиться к экзамену. Если ребенок там, или взрослый откладывает это, то мы знаем, что он потом ему не хватает времени, цейтнот, и как бы не успевает выучить, и стресс, и низкая оценка, и как бы это все потом ведет, все накапливается, 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 ведет к негативным результатам. Теперь вторая формула, она обратная, она говорит следующее, что преодоление кратковременных страданий, неприятностей, неудобств может привести к долго длящемуся удовлетворению, удовольствию, наслаждению. То есть, если ради какой-то серьезной цели человек ограничивает себя, при этом испытывая какой-то недостаток в чем-то, какие-то ограничения, да, то в будущем его может ожидать, опять же, как бы вознаграждение. И, кстати, очень стоит с очень маленького возраста, когда ребенок уже что-то начинает понимать, приучать его к тому, что создавать ему такие ситуации, например, сказать, вот он хочет, там просит что-то, там, допустим, ту же конфету. Да, ему можно сказать, что смотри, я могу сейчас тебе дать одну конфету, но если ты подождешь там приемлемое для ребенка время, допустим, там, там несколько минут, да, ребенку сложно понять, сколько там минут, допустим, полчаса. Показать ему на часах, вот когда вот эта стрелочка будет вот здесь, если вот до тех пор ты дождешься и скажешь, что вот сейчас я готов эту конфету не взять, но вот когда стрелочка будет вот здесь, я тогда получу две конфеты, да, то получишь две конфеты. Теперь, ну, это можно делать с ребенком там лет уже 3-4, который уже может вообще понять, чего вы от него хотите. Сказать ему, что вот сейчас, если ты хочешь, я тебе дам одну, но вот если ты вот до сюда дождешься, я тебе сразу дам две. Или даже скажите три, чтобы он понимал, что это там пять. Не знаю. Ну, старайтесь не переусердствовать с конфетами, да. А именно, чтобы он понял, что это будет гораздо значительнее для него. Постоянное вот такое возвращение к такому опыту, да, в разных ситуациях, что вот там ребенок чего-то хочет куда-то поехать, сказать, смотри, вот мы сейчас не можем туда поехать, но вот если ты потерпишь там до, там, допустим, лета, то летом мы поедем не просто вот на эти аттракционы, а мы поедем в Диснейленд. Я не знаю, там, ну, по вашим возможностям что-то такое. Когда ребенок научивается, приучается к тому, что он может отложить свое удовольствие, это очень потом человеку помогает при преодолении трудностей в достижении своей цели. Очень рекомендую вам вот подобное упражнение с детьми. Ну, как я уже сказал, что вот быстрые удовольствия, да, они могут привести в будущем к длительным проблемам. То есть, как мы уже говорили, там, допустим, неполезное, нездоровое питание приведет к повышенному весу, к проблемам, другим проблемам со здоровьем, там, с давлением, не дай бог, диабет. Там, если ребенок или взрослый все время ест сладкое, то, понятно, с зубами могут быть проблемы. Теперь, если человек не хочет ничему учиться, прикладывать усилия, чего-то достигать, там, тренироваться в чем-то, то, разумеется, он не приобретает навыков, опять же, не продвигается более быстро и успешно в жизни по
как бы лестницы возможностей, да, и так далее. Теперь, если человек не хочет ограничивать себя в какой-то импульсивности своей, в импульсивности реакции, да, вот меня обидели, я вот сейчас все ему скажу, вот я сейчас все скажу, все, что я про него думаю, не хочет работать над устранением своего гнева, мстительности, гордыни и так далее, то, опять же, это ограничивает человека, разрушает его отношения с другими людьми и ни к чему хорошему не ведет. Теперь моя любимая тема – это тема отношений между мужем и женой. То есть, когда люди, там, пара, там, какой-то спор происходит или ссора друг с другом, то, знаете, у нас говорят в Израиле, что есть ситуации в жизни, когда нужно быть не правым, а быть мудрым. Вот. И поэтому, разумеется, в любой ссоре, если она уже вспыхнула, то тот, у кого есть силы душевные, кто мудрее, кто успевает, нужно просто постараться не подливать масло в огонь, не отвечать в ответ на какие-то выпады и так далее. То есть промолчать, как Козьма Прутков говорил, что если у тебя есть фонтан, заткни его. То есть вот фонтан своих эмоций. В семейной ссоре нужно заткнуть, чтобы как бы не усугублять и так сложную ситуацию. И очень часто человек думает, ну что я, ну вот опять я что там какой-то такой вот фраер, да, что меня тут на меня кричат, а я молчу, или там как-то меня еще обижают, и я молчу. На самом деле, если человек адекватный, тот, кто вот в данный момент сорвался и позволил себе там крик, оскорбление, не дай бог, или еще что-то такое, то это будет оценено в ближайшем будущем, что когда человек придет в себя, эмоции все-таки соединятся с разумом, да, и это будет оценено, что вот в такой момент ты там не ответил мне, и это очень сближает людей и улучшает отношения, особенно в семье. И не только в семье, и даже на работе, с друзьями, то есть где угодно. Мы должны понимать, что в жизни человек всегда испытывает какие-то неудобства, да, и страдания. Неважно из-за чего, то есть никогда этого избежать невозможно. Либо человек это испытывает из-за того, что он очень требователен к себе или окружающий к нему требователен, то есть из-за того, что его он сам или окружающие пытаются дисциплинировать, и это трудно, но результат позитивный, как бы, который он приобретает, он будет на всю жизнь. Теперь противоположность этому, опять же, неудобства и страдания могут быть из-за сожаления и раскаяния от того, что человек сделал или не сделал, да? И от этого будет ощущение упущенности. И опять же, это может быть таким вот якорем, чувством вины человека тоже на всю жизнь. То есть как бы выгоднее преодолевать какие-то трудности через дисциплинированность и в результате этого пожинать плоды, чем пожинать плоды несостоятельности своей. Теперь. Есть такой принцип психологический, который подтверждается жизненным опытом, что если ты находишься в состоянии сомнения, допустим, съесть тебе этот тортик или не съесть, потому что ты же все-таки хочешь там работать над своим весом, или там посмотреть тебе сейчас фильм, несмотря на то, что тебе нужно там готовиться к экзамену или еще ты чем-то занят,
Или все-таки вот сказать себе, я вот когда освобожусь, я это сделаю. Значит, если у тебя есть такие сомнения поступить полезно и правильно, или разрешить себе расслабиться и получить вот это кратковременное удовольствие, то в 99% случаев поступайте наоборот, чем ваши желания говорят. То есть, если ты себе говоришь, ну, как вот мы говорили, да, ну, маленькая пирожница, ну, одна затяжка там покурить, ну, вот я не, ну, один фильм посмотрю, мне еще столько времени впереди. Поступай наоборот. То есть, вот это вот твое желание, твое вот это вот страсть, да, поступай наоборот. Женщины, сейчас не слушайте, слушайте мужчины, да, когда бывают разные ситуации в жизни, когда там и есть возможность каких-то отношений на стороне, да, и это очень соблазнительно, это очень желанно, там, опьяняющее, обычно от этого только очень много проблем, да, и эти там минуты удовольствия не стоят всех тех разнообразных проблем, которые человек может приобрести себе через это. Вот. Поэтому, если у вас ваше негативное начало вас соблазняет чем-то в любой сфере вашей жизни, да, то поступайте наоборот, не ошибетесь. Наоборот, будете потом рады, что вы выстояли в этом испытании и как бы не поскользнулись на очередной провокации вашего негативного начала. Ну, приведу так примеры. Там, допустим, вот вы хотите пить, и у вас вопрос там пить какой-то сладкий газированный напиток в виде колы или попить воды нормальной. Но, разумеется, ну, кто еще не привык, тому хотелось бы попить что-нибудь сладенького. На самом деле вы знаете, что полезнее пить воду. Вот скажите себе, я поступаю наоборот своему вот этому животному желанию, да, получить удовольствие быстрое. Я буду пить воду, потому что это полезно, и это как бы больше насыщает организм. И на, если смотреть как бы на будущее, да, то это полезно, и это не приведет к тем проблемам со здоровьем, которые могут привести использование всяких там неполезных засахаренных этих напитков газированных. Также пример. Человек чувствует, что вот там кто-то поступает не так, как ему хотелось бы, его привычка вспылить. Даже если вы себя один из раз поначалу, один раз из 10, из 20, из 100, неважно сколько, один раз себя остановили, вы уже в чем-то себя преодолели и от этого выросли как личность, как душа, исправились, усовершенствовались. Вы будете все чаще и чаще уметь себя останавливать, можно катализировать, ускорить этот процесс, то есть заниматься с кем-нибудь, кто вам будет помогать профессионально, избавляться от своей импульсивности, гневливости. Но вот преодоление себя даже в том, чтобы не разгневаться, не наорать ни на кого-то, не психануть, это тоже как бы относится к тому же. Да? Вот выбрать то, что правильно и полезно. Например, еще такой пример тоже может быть актуален для многих, когда утром срабатывает будильник. Что хочется сделать побыстрее, его выключить, и чтобы он через несколько минут еще раз сработал, да, чтобы продлить это коротенькое удовольствие. Это вот просто классика. Да? Ну, во-первых, с точки зрения физиологии тебе это ничего не дает, ты от этого не высыпаешься, больше наоборот. Ты там пытаешься провалиться в сон, а он там тебя опять выбрасывает из этого сна, и ты можешь даже себя чувствовать еще более разбитым. И, кстати, наши мудрецы еврейские говорят в трактате «Поучение отцов», что человек утром должен вставать как лев, вскакивать просто. Львы, если никто, кто-то не видел, что вот лев, он может спать такой весь, такой прям вот сонный, но если чуть что, он вскакивает моментально, и он уже во всеоружии, он уже там готов атаковать, охотиться, защищаться и так далее. Вот, поэтому
постарайтесь как бы себя привести к тому, что если будильник звонит, можете там для себя решить, что вот мне сложно сразу встать, но вот я сейчас там начинаю отсчет назад, как мы говорили в прошлый раз, да, как на космодроме, там 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, вот на один я встаю, все. То есть я вроде бы встал не сразу, дал какую-то такую взяточку своему негативному началу, но я все равно встал сразу и как бы начал действовать, начал свой день правильно. Теперь и есть такой принцип, ну не принцип, а как бы такое понимание, что как бы чем отличаются люди успешные от людей неуспешных. Как мы говорили, все начинают как бы с одного и того же, когда рождаются. Просто успешные люди делают, несмотря на те неудобства и страдания, которые реальность им преподносит. То есть вот это вот упорство и целенаправленность. Человек говорит, я знаю, трудно, тяжело, но я не сдаюсь, я вот до конца иду. Вот я поставил себе эту цель, я иду к ней. А человек, который говорит, не, ну это так трудно, не хочу, мне это не надо. И из-за этого человек очень много упускает и в плане своего здоровья, как мы говорили, и в плане каких-то духовных практик, то есть люди, которые каждый день молятся или делают медитации, они более уравновешены, более счастливы, более умиротворены. Это естественно. И человек, который умеет в учебе быть целеустремленным, опять же, он большего достигает. И также человек, который в семье, в отношениях между мужем и женой говорит, что несмотря на все сложности и трудности, я беру ответственность на себя. Да, там вот жена как-то мне, может быть, отвечает не так, как мне хотелось бы, и меня это раньше обижало, я там на нее обижался, целыми днями не разговаривал, или женщина говорит, там муж меня не понимает, чувствует себя такой несчастный, вот из-за него я несчастный. На самом деле мы всегда имеем возможность выбрать, мы об этом сейчас тоже будем говорить, выбрать, как реагировать на то, что происходит вокруг нас. И если нам что-то мешает, что происходит вокруг нас, и вызывает в нас какую-то реакцию неприятную, то это, опять же, это привычка, к которой мы привыкли, что вот когда меня что-то критикуют или говорят что-то обидное, я обижаюсь. Обижаюсь, не хочу ни с кем разговаривать, меня обидели, как они вообще могли. И даже меня попросили прощения, но какое может быть прощение, если ты меня обидел и не первый раз уже обидел? Это твой выбор, что ты находишься в этом состоянии. То есть тебя никто не заставляет именно так реагировать. И любому человеку, который желает, ему можно помочь научиться реагировать по-другому. И также, например, вот отсутствие понимания себя и ближнего очень сказывается, опять же, на семейных отношениях, потому что, как мы говорили, к сожалению, очень много разводов во всем мире сегодня, особенно в западном обществе. Чем более общество консервативно, тем меньше разводов, потому что там есть все-таки какие-то духовные ценности, больше духовных ценностей, каких-то обязательств изначальных друг перед другом у супругов. А в западном обществе идет вообще очень сильное, к сожалению, разрушение института семьи. Но как бы неважно, какое у вас мировоззрение, каким образом жизни, какой у вас образ жизни, нужно понимать, что практически не существует неподходящих пар, то есть где люди не подходят друг другу.
по каким-то критериям. Единственное, что мешает нормальным отношениям между мужем и женой, это проблемы в понимании потребностей противоположной стороны. То есть проблемы понимания потребностей друг друга. То есть когда либо требует одна сторона от другой чего-то, что тот человек не может дать, либо ему это неприемлемо. То есть все это можно обсуждать и приходить к какому-то компромиссу всегда. Если люди этого хотят, но для этого нужно, как я называю, такое семейное воспитание. То есть вот нас учили там, как вести себя прилично и красиво в обществе, там, как красиво есть ножом и вилкой, а вот как строить отношения, как приходить к компромиссам каким-то, это мало кого учили. И если человек этого не видел в семье, то он просто вот безоружный, да. И из-за этого, я считаю, практически все проблемы, которые сегодня происходят в обществе в плане института семьи, то есть непонимание потребностей друг друга, это, по сути дела, единственная причина, по которой разрушаются браки. То есть всех можно помирить, кто хочет. Если люди готовы идти на компромисс и готовы полностью брать на себя ответственность за свое счастье, то есть не ты виноват в том, что мне плохо, а я виноват в том, что мне плохо, потому что я, видимо, что-то неправильно выбираю. Также каждый из нас должен, положа руку на сердце, как говорится, понять, что вот сегодняшнее мое состояние, будь то, опять же, любые аспекты моей жизни, это результат моих действий в течение моей жизни. То есть, если человек не работал над собой, не развивался, не учился для того, чтобы получить какую-то профессию или какие-то навыки для того, чтобы достойно зарабатывать себе на жизнь. Человек откладывал создание семьи, сегодня это очень модно, откладывать создание семьи, да, люди боятся недополучить удовольствий, каких-то таких жизненных, да, не нагуляться, как говорят, куда мне спешить. Знаете, как говорят, что если мужчина до 30 лет не женился, то ему потом всегда рано. Вот. То есть все нужно делать в свое время. И потом очень сложно наверстывать упущенное. Поэтому человек должен понимать, что не вот кто-то, я из-за кого-то, я как бы был принужден так себя вести. Ты выбираешь, как реагировать и что делать в своей жизни. Поэтому честно говори, что ответственность вся на мне, и я вот хочу менять, хочу что-то преобразовывать. Никогда не поздно. Лучше, конечно, вовремя, но никогда не поздно. Нужно также себе говорить, что вот если я что-то не делаю, я предпочитаю там лениться или не брать на себя ответственность, то я понимаю, что это отразится в будущем на моей жизни, на каких-то, опять же, моих позициях или возможностях. Теперь, как я уже говорил, человек может часто сказать, что вот, ну, в жизни есть ситуации или какие-то аспекты, которые от меня не зависят, ну, что я могу сделать, да, вот я там где-то очень хорошо работал, продвигался по служебной лестнице, и вдруг компания разорилась не по моей вине, или там ее пожелали продать, распустить, не знаю. И человек, не дай бог, остался без заработка. Теперь, разумеется, в этой ситуации ты не виноват, и это не является последствием каких-то твоих неправильных действий.
Но очень важно понять, что в этой ситуации у тебя все равно остается выбор, как реагировать на эту ситуацию. Кто-то может начать, там, не дай бог, рвать все волосы и кричать: «Ой, что я буду теперь делать, как я буду кормить семью, кому я нужен, кто меня возьмет на работу, я никому не нужен». Творец заботится о каждом своем творении, и для каждого из нас он приготавливает пропитание, которое находится, мы с вами, по-моему, уже об этом говорили, если нет, я скажу еще раз, что для каждого из нас существует такой, скажем, духовный склад всех наших потребностей, вот пропитание, одежды, общение и так далее. И с течением жизни просто это все с духовного уровня переходит в наш материальный уровень для того, чтобы мы это все получали и потребляли. Поэтому никогда не нужно там паниковать по поводу того, что, там, не дай бог, человек остался без привычной, удобной, хорошо оплачиваемой работы. Чем спокойнее человек к этому относится и как бы настраивается на то, что с Божьей помощью, там, Творец, помоги, чтобы я нашел достойную работу для себя с хорошей оплатой, то вот это спокойствие, оно, как мы с вами говорили, оно распространяется в мир, и таком, и как бы мир отражает человеку вот эту умиротворенность, спокойствие, уверенность. И такой человек больше открыт там к тому, чтобы к нему пришло какое-то очередное то, что ему на данный момент необходимо. Теперь, вот сейчас вспомнил, есть такое упражнение, которое вот я вам очень рекомендую сегодня, ну, не только сегодня, вообще его делают в течение 21 дня для того, чтобы улучшить отношения в семье между супругами. И не только в семье, можно даже на работе, там, с друзьями, знакомыми, с соседями, с кем хотите. Работает 100%. Дарю. Если у вас с каким-то человеком есть сложности в отношениях, да, ну, опять же, будем говорить про близких, самых близких людей, там родственники, члены семьи, муж с женой, родители и дети, то возьмите на себя вот такое упражнение. В течение 21 дня, каждый день, записывать на листочке три сильных качества вот того человека, с которым у вас сейчас не ладится. При этом в этом списке одно и то же качество повторяться не должно. При этом это не должны быть какие-то просто вот вселенские качества, там, милосердие, доброта, красота, я знаю там что. Это могут быть какие-то мелочи, да, что вот там ты сегодня на меня посмотрел так ласково, да, а ты меня сегодня, вот когда я тебе рассказывал о своих сложностях, трудностях на работе, я думал, что меня опять будешь говорить, но я же тебе говорил, что у тебя нет мозгов, поэтому к тебе так все относятся на работе. А ты сегодня, вот в отличие от того, что ты как-то реагировала всегда, ты вдруг сегодня вот так сочувственно вот это приняла, мне это было так приятно. То есть вот даже такие, или вот ты сегодня очень вкусный обед мне приготовил, ты сегодня был очень внимателен ко мне, да, к моим просьбам. Ты меня обнял очень нежно, очень приятно. Мне сегодня было очень приятно, что вот когда ты узнал, что наш сын получил двойку, ты не ругал его, не наказывал, а постарался как бы с ним поговорить, успокоить, поддержать, обнадежить, сказать: ничего страшного, ты можешь выучить, исправить там на лучшую оценку. И мне было это очень приятно, что вот ты так сегодня... То есть любые какие-то вот даже мелочи. Вот мне сегодня было очень приятно, что ты там за собой помыл тарелку, например. Теперь, если это ваш какой-то знакомый, сослуживец, ученик, сосед, да,
Тоже вот подумайте, а вот что вот хорошего еще я могу про него сказать. Опять же, в каких-то мелочах. Он мне когда-то не отказал в помощи. Там, помог завести машину сосед, да, одолжил там какую-то сумму денег на перекрутиться на какое-то. То есть вот просто вот вспоминайте, прикладывайте все свои усилия, чтобы вспомнить в течение 21 дня хотя бы минимум по 3 каких-то хороших момента из отношений с этим человеком. Да? И вы посмотрите, я вам обещаю, что вас ждут чудеса. То есть обычно это происходит гораздо раньше. Вдруг мы понимаем, что этот человек не такой уж плохой. И вдруг он начинает к нам проявлять абсолютно по-другому как-то на нас реагировать, проявлять в отношении нас абсолютно другие реакции. И нужно не просто вот вспоминать какие-то минимум 3 хороших вещи о данном человеке. Нужно их еще максимально вот на них фокусироваться. То есть в деталях вспоминать те ощущения, которые у вас это вызвало, вот это позитивное поведение или реакция, или еще действия этого человека. То есть максимально вот в них находиться, в этих воспоминаниях. И вы таким образом входите в резонанс с ними. Входя в резонанс с ними, вы обязательно вызовете этот позитивный резонанс в вашем оппоненте, и с Божьей помощью как бы ваши отношения улучшатся. Мне очень часто, когда вот я даю парам там, или одному из супругов такое задание, через там какое-то количество дней он мне говорит: слушай, моя жена изменилась к лучшему, слушай, она стала гораздо лучше, она стала более приятно там как-то реагировать, то, что его раздражало, ушло. А на самом деле не та сторона изменилась, а ты изменился. Я как бы по себе вам рассказывал, что вот в начале моей семейной жизни как было сложно и трудно, пока мой учитель Рав Свирский мне не сказал, что вот ищи в ней что-то хорошее и фокусируйся на этом. И вы себе не представляете, моя нервная, постоянно чем-то недовольная жена так быстро изменилась, когда я стал про нее хорошо думать, искать в ней хорошее, что вот мы уже, чтобы не сглазить, 25 лет вместе. Слава Богу. Теперь, как мы говорили, значит, мы сейчас с вами говорили о выборе, да, мы опять я повторю, что выбор плюс действие приводит к правильным привычкам, и это влияет на нашу реальность, на нашу жизнь. Сейчас мы поговорим немножко о действии. Большинство тех действий, которые мы с вами совершаем в течение дня, они на автомате. До такой степени, что иногда мы там что-то держим в руках и вдруг начинаем, вспоминаем об этом и не помним, куда мы это положили. Да? Или кто водит машину, знает, что там можно ехать, разговаривать по телефону, ты даже не отдаешь себе отчет, как бы этим не нужно сильно увлекаться, кто не может себе отдавать отчет, что ты ведешь машину, и вдруг ты обнаруживаешь: ой, я уже приехал домой с работы, даже не помню, как ехал, вроде бы останавливался на светофорах, там ехал по правилам, слава Богу, ничего не нарушил, аварию не сделал, не дай Бог, но вот приехал домой, даже не обратив внимания, при этом вел машину. То есть очень много на автомате. На автомате мы реагируем друг на друга, и на автомате говорим друг другу что-то, и даже на автомате говорим: я тебя люблю, я по тебе скучаю. Вот этот вот автоматизм, он набивает какую-то оскомину, и люди говорят: что-то у нас какой-то огонь пропал, вот как-то нет у нас каких-то чувств. Или там вот мы на автоматизме говорим, можем сказать там кому-то что-то грубое, там, не дай бог, чтоб ты сдох, там есть люди, которые друг другу говорят: ты идиот,
там, или еще какие-то, чтобы ты провалился и так далее. То есть на самом деле это не безобидные такие выплески наших эмоций. Не дай бог, как бы, когда человек в эмоциональном таком накрученном состоянии, это очень сильный удар идет этой эмоцией. Не дай бог, можно навредить близкому, любимому человеку в состоянии вот этого аффекта. И очень-очень потом сожалеть об этом, но исправить бывает невозможно. Поэтому нужно понимать, что твое действие – это тоже твой выбор. То есть рявкнуть – не рявкнуть, обозвать – не обозвать, проявить какой-то негатив или не проявить – это всегда твой выбор. Есть такая, я даже не знаю, история, притча, когда дочь взрослая уже приходит к маме и говорит: «Мама, я так устала, я не могу, дети меня просто доканывают, еще работа, и муж меня не поддерживает, он только там занимается своей работой, ему не до меня, я не могу, у меня больше нет сил, я просто не хочу жить больше». Реакция человека, да, устал, переутомился человек. И вот мать говорит: вот посмотри, сейчас я тебе покажу, пример приведу. Поставила 3 кастрюли на огонь, в одной кастрюле сварила морковку, в другой кастрюле сварила яйцо, а в третью кастрюлю засыпала кофейные зерна. Ну и через там полчаса варенья, или там, я не знаю, сколько минут варенья, полчаса очень много, не знаю, через 10 минут варенья морковка вся расплылась там, вся разварилась. Яйцо осталось той же формы, но внутри стало твердым, да, вкрутую. Из жидкого стало твердым. А кофейные зерна заварились, и получился прекрасный ароматнейший кофе. И вот мать говорит дочери, что, понимаешь, в любой трудной ситуации, когда тебя варит жизнь, когда тебя кипятком обдает жизнь, ты можешь выбрать вот одну из этих 3 реакций. Либо ты разваришься и раскиснешь, как морковка, разлезешься там на волокна. Либо ты закроешься в себе и обидишься, закупоришься так внутри себя и станешь твердым, как яйцо, таким закрытым от всего. Либо ты как зерна кофе используешь ситуацию эту и заваришься вкусный кофе и будешь еще источать потрясающий аромат вокруг себя, то есть еще другие это почувствуют. То есть это всегда твой выбор. И, например, опять же, в силу своей деятельности и работы с людьми, и работы с парами семейными, я очень часто вижу, что либо людей как бы размазывает по жизни, как эту морковку, либо люди закрываются, как это яйцо вкрутую. То есть очень часто там, не дай бог, ни про кого будет сказано, после каких-то неудачных отношений, которые были у человека, человек закрывается, становится недоверчивым, говорит там: все мужики сволочи, или все женщины легкого поведения, не дай бог, да, то есть как бы вот такое вот огульное обвинение, обобщение, оправдание своей реакции, по сути дела, это оправдание своей реакции, что вот все вот меня обидели, мир против меня, поэтому я больше не буду пробовать строить отношения, потому что как бы все равно это ничем хорошим не закончится. Ну, это твой выбор, да, ты вот как яйцо вкрутую внутри себя закрылся и ничего не хочешь пытаться изменить в своей жизни. Либо человек говорит, что вот мне там был, опять же, очень тяжелые отношения, и меня это размазало по жизни, я больше не хочу никаких отношений, не хочу семью, ничего не хочу, оставь меня в покое. Опять же, выбор человека. Но если человек говорит, что вот да, вот мне трудно, но как бы ни было, я хочу быть счастливым, я готов прилагать для этого усилия и превознемогать себя, преодолевать сложности, я все равно буду счастливым, все равно. Такой человек, он будет как кофе, да, он будет источать аромат и как бы придавать всему приятный вкус.
Вот. То есть, опять же, мы выбираем, как реагировать. Теперь, ну вот, раз мы заговорили про яйцо, вспоминается еще такая вот, такой факт, что, по сути дела, яйцо – это, можно сказать, единственная вещь в мире, которая подразумевает двойное рождение. Да? Сначала там птица или там кто у нас яйца несет, пресмыкающие какие-нибудь или насекомые, да, они сносят это яйцо. Что значит сносят яйцо? То есть они рожают это яйцо, оно рождается, яйцо или личинка. И потом со временем из этого яйца там через 29 дней появляется цыпленок там, или крокодильчик, змееныш, или там бабочка из кокона. То есть очень часто вот человек говорит, вот я столько прикладывал усилий, да, я так тяжело учился, я наконец нашел работу хорошую, но мне тяжело, мне трудно, я не получаю от этого удовольствия. Нужно понять, что вот это вот первичное яйцо ты снес уже, да, ты уже вылупился в яйце, теперь тебе нужно развиться в этом яйце, чтобы пойти дальше. То же самое с построением отношений. Ты вот уже нашел человека, который тебе понравился, который тебе, видишь, что он тебе подходит, ты влюбился, вы поженились там, и трудно, есть конфликты, есть недопонимание. Нужно понять, ты еще яйцо, ваши отношения, вы оба в этом яйце, да, из него нужно еще родиться, еще вылупиться надо. То есть подожди, потерпи, наберись терпения, подожди, пока как бы тебе удастся вылупиться из яйца, и тогда ощущение свободы, достижение хорошего результата и так далее. То есть это важно понимать, что нужно пробиться через этот процесс. Очень часто у людей вот люди прикладывают усилия, а под конец вот уже нет сил, нет терпения, ну вот не хочется. И человек вот последний какой-то шаг нужно сделать, у него нет сил. Есть тоже такая притча о том, как один плотник работал у одного строительного подрядчика, и плотнику уже пришло время уходить на работу. И строительный подрядчик ему говорит: я тебя прошу, вот еще один дом мы с тобой построим, деревянный, и вот после этого пойдешь на свою пенсию. И плотник уже так спустя рукава, лишь бы как тяп-ляп построил этот дом, и говорит подрядчику: все, принимай работу. И тут подрядчик ему говорит: ты знаешь, столько лет у меня работал, и я решил, что вот этот последний дом я дарю тебе. Да. Разумеется, если бы этот плотник знал, что он строит его для себя, он бы по-другому относился и более тщательно, и более как бы добросовестно бы строил этот дом. Так вот, мы должны понимать, что все, что мы делаем в жизни, мы делаем для себя. Абсолютно все в своей жизни мы делаем для себя. Если даже мы не понимаем, что это для меня, помните, мы с вами говорили, что каждый должен понимать, что мир создан для меня. И весь мир, он лишь отражение меня самого. То есть вот если я что-то делаю, я это делаю для себя, потому что это потом отразится мне из мироздания. Вот. И чтобы не оказаться в ситуации такого плотника, как бы нужно всегда даже для другого человека стараться по максимуму. Теперь, есть в психологии такой принцип маятника, что маятник, он как бы качается вот из одной точки в другую. В одной точке это позитивное ощущение, в другой точке негативное. Негативное, опять же, мы сказали, это преодоление трудностей. Любой негатив – это преодоление трудностей. Так вот, есть люди, которые говорят: слушай, я не хочу особых каких-то достижений, но не трогайте меня со сложностями и трудностями. Вот дайте мне повисеть посерединке. Ну, виси. Но ты тогда ничего не добьешься, и тогда вот отсутствие движения, да, вот есть такой принцип, что как бы в жизни можно
либо постоянно продвигаться вверх, либо ты остановки быть не может. Ты обязательно начинаешь скатываться вниз. И то же самое с этим маятником. Если ты его раскачиваешь, то он у тебя идет то в позитив, то в негатив, то в позитив, то в негатив. И не бывает позитива без негатива. То есть единство и борьба противоположности. Если ты не раскачиваешь свой маятник, ты будешь висеть так, как сосиска, да, но как бы и жизнь у тебя будет такая блеклая, не впечатляющая. Обычно такие люди очень депрессируют. И вроде бы у него все хорошо, и все замечательно, есть работа, есть дом, хорошо зарабатывает, неплохо, как бы, на жизнь есть. Человек не говорит, что у меня жизнь пустая какая-то, ну, потому что ты не двигаешься в жизни, ты не входишь вот в этот ритм маятника, ритм жизни, поэтому твоя жизнь. А другой человек, вроде бы он все время живет на каком-то пределе, вот он все время пытается как бы все успеть в жизни, все, что от него требуется, и живет вот на пределе своих возможностей, но он более жизнерадостный, более счастлив, у него больше друзей, ему как бы интереснее, приятнее жить. Это тоже всегда нужно осознавать. Теперь немножко поговорим о том, как нам изменить свои плохие привычки. Ну, во-первых, нужно распознать, что толкает, что является триггером, то есть точкой, с которой идет импульс для того, чтобы я начал себя как-то проявлять свою негативную привычку. И тут есть 4 вопроса. Кто, что, и где и когда? То есть кто те личности, которые влияют на то, чтобы вот я неправильно себя как-то вел. Да, опять же, ну, возьмем как пример курение, да, то есть вот кто те люди, которые мне говорят, пойдем покурим. То есть, может быть, без них я бы курил меньше, или мне было бы проще бросить курить. Теперь что, да, что я делаю, что эта привычка поддерживается, то есть, допустим, курение или проявление импульсивности, гневливости, зависти, нетерпения и так далее и тому подобное. Где? То есть есть какие-то располагающие места, да, то есть если я прихожу в компанию, где все там курят или выпивают, а я с этим борюсь, да, или там неправильно едят что-то неполезное, то нужно как бы стараться себя не обнаруживать себя в этих местах, то есть стараться избегать этих мест. Теперь когда, в какое время, опять же, то есть может быть под вечер мне хочется или там ближе к ночи мне хочется пойти поесть или покурить, или еще какой-то вызывает у меня мои негативные какие-то привычки, от которых я хочу избавиться. То есть нужно проанализировать таким образом. Теперь второй момент. Нужно очистить себя, постараться очистить себя. Мы с вами говорили, как работать с мыслями. Мы сегодня говорили о том, что стараться нужно стремиться к порядку, порядок в доме, на рабочем столе, порядок в отношениях и так далее. Нужно упорядочить также свое отношение к прошлому, не терроризировать и не нервировать себя с будущим, чтобы прошлое нас как бы все время не дергало. То есть это все нужно, это все такая очистка, это разные подходы к очистке. И действия, то есть на уровне действия, то есть стараться там, если ты неправильно ешь, читать, изучать, интересоваться и применять на практике здоровое питание, там, идти на курсы, разные подходы, как бросить курить, не сидеть на компьютере ночью, чтобы потом не выспавшимся с косыми глазами идти на работу, заняться спортом, если тебе надо, то есть нужно что-то делать. Был проведен такой очень интересный эксперимент.
что если человек снижает свой дневной рацион постоянный на 125 калорий, то через 27 месяцев, это получается 2 года и 3 месяца, человек похудеет на 15 килограмм. Представляете, всего 125 калорий. Ну, 125 калорий, я даже не знаю, что это может быть, наверное, не хочу, не помню просто. Вот. Но это очень мало, 125 калорий. Может быть, это там стакан сока. Да? Всего там отменяешь 125 калорий. И, по сути дела, без видимых каких-то приложений усилий человек может похудеть на 15 килограмм. Да, за 2 года 3 месяца. Но мы с вами говорили, что терпение, мой друг, терпение. Да? То есть подведем итог, что мы говорили сегодня о том, что наш выбор и действия в результате этого выбора осуществляем постоянно, создают привычку, эта привычка создает нашу реальность, что, по сути дела, каждый человек может выбирать, как реагировать на ту реальность, которая вокруг него происходит. Терпение, терпение и понимание того, что вот все трудности в жизни, они направлены на твой духовный рост, на твое преобразование, то есть они тебе тоже нужны, очень помогает человеку более спокойно и правильно воспринимать эти трудности, осознавание своей уникальности, потому что другого такого, второго такого человека нету, и каждый из нас со своими талантами, да, как бы выражение этой, поиск этой уникальности, культивация этой уникальности и выражение ее тоже делает человека счастливым. Человек всегда выбирает, как реагировать. Если человек умеет избегать каких-то быстрых, неполезных удовольствий во имя правильных, хороших результатов в будущем, это очень хорошо. И если человек понимает и принимает, что кратковременные сложности и неприятности, они для того, чтобы меня усилить, укрепить, для того, чтобы я достиг чего-то нового, и они могут привести к долгодлящемуся такому пожизненному умиротворению, что наши неудобства и страдания – это естественная часть жизни, и у всех в той или иной степени не присутствует, опять же, все зависит от того, как ты выбираешь на них реагировать. В ситуациях, когда у тебя есть сомнения поступить правильно и выбрать отказаться от какого-то неполезного сиюминутного удовольствия или же все-таки разрешить себе его, нужно все-таки в 99% случаев выбирать отказаться от этого удовольствия ради того, чтобы как бы в будущем не иметь проблем. Теперь успех и неудача в жизни, они лишь как бы успешные люди и неудачники, разница лишь в целеустремленности и неунывании успешных, потому что у всех, в принципе, одни и те же возможности. Также мы говорили о том, что нужно всегда 100% брать ответственность за происходящее в моей жизни на себя, а не обвинять ближнего своего. И то, чего ты хочешь добиваться, просто идти к этому и не пенять как бы на окружающих.
наше состояние на сегодняшний день – это результат нашей деятельности в течение нашей жизни. Если оно вам нравится, значит, очень хорошо, вы правильно жили. Если вас это не удовлетворяет, значит, об этом нужно задуматься. Опять же, взять ответственность на себя. Любые наши действия, наш выбор, мы выбираем, как реагировать на то, что происходит вокруг нас. Мы говорили о принципе маятника. Вот. И мы с вами говорили о том, о упражнении, которое я вам предложил всем попробовать минимум в течение 21 дня. Думать о минимум 3 позитивных качествах человека, который вам не безразличен, но с которым у вас сложности в отношениях. Вот это то, о чем мы с вами сегодня говорили. Вопросы? Алло. Вопросы, наверное, будут потом. Потом. Хорошо. Все, спасибо большое. До следующих встреч. Всего доброго. Спасибо большое, Саша.